Тайник с 7000 пачек сигарет обнаружили на границе с Польшей в Волынской области. Схрон обустроили всего в 1 километре от границы в лесном массиве. 14 ящиков были засыпаны сухой травой и листьями. Кроме того, в тайнике обнаружили резиновую лодку и насос. Все это изъяли, пограничники обыскали местность, но выяснить, где контрабандисты могли пересекать границу или передавать товар, пока не удалось.